Доброе американское утро. Интересно, какое дело встают так рано, когда все еще люди спят? Явно на какое-то такое стрёмное, типа рыбалки, возможно. Куда мы заедем? На рыбалку туда. На рыбалку, окей. Конфеты возьму. Конфеты? Да. Конечно. Где они? Ой, они там в самом низу. Сейчас достану. Но зато какой красивый город. Starting route to Lowe's. In half a mile, turn right to merge onto I-705 south towards Seattle. Так, на дороге людей, как будто бы целый город собрался на рыбалку. Подъехали, значит, к месту рыбалки. Тут уже много машин, кто высадился. У нас 7 утра. Вот, и мы сейчас будем сплавляться. Вон там у нас болотце какое-то. Вот, приехали мы ловить, я так понимаю, форель. Саша, на какую мы рыбу приехали? Зай. На серу на вид океана. Ну а кто на видео? А вон даже я смотрю на веслах народ. Так, здесь значит Discover Pass required. И еще какой-то Ace Permit какой-то. Required, ага. Типа дополнительно. Вот такой вот съезд. Такая прикольная, посмотри, точка. Так, ну что, спускаем нашу лодочку. Куда? Давай, давай, держай. Лодка это не наша, окей. Это мы уже вдруг. И вот мы на такое озеро. Должна быть погода сегодня чудесненькая. Вон сколько лодочек стоит. Ловят рыбку. Все нормально. Выезжай. Только меня не оставьте, блин. Давай, 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 давай. Жека, давай. Вот они наши удочки, сачки, ну и всякая такая фигня. Вот тут вот тоже вот какие-то удочки. Вот такая вот у нас красота окружает вокруг. Очень-очень красиво. Солнышко светит. Саш, клюет? Я еще не забросил. Все, подожди, давай, садок!
хватало еще, блин. Еп. Первая рыбка. Ура! Ну, гадай. Кокани. Или кокани. Это был папа. Че, красавчик? Стоял, главное, у меня нифига не клевало. Чуваки, блин, одну за одну. Какая красота. Уже больше лимита поймали. Тусуют, тусуют. Такие вот горы окружают озеро. Пока что поймана всего лишь одна рыбка. Не густо. Но все же. Я люблю соленую рыбалку. Там рыба больше. Кроме камбала, блин, больше ничего не ловит. Ну, камбала хотя бы. А что здесь вот это вот? Так, народ, ну дайте я ж хоть сниму-то. Так, да иди сюда. Ух ты! Так. Услышаны. Услышаны, да, еще одна рыбка. Вот идет, кстати, получается. А это, по-моему, чуть побольше, да? Ну, такая, да, смотри. Линия там идет. Не-не-не-не, все. Нет? Вот я разворачиваюсь и опять по этому же маршруту. Почему? Типа разогнали? Это просто Жека не стартанул, у него решил. Какая хорошая рыбка. Адреналин, да? Нет. Слушай, Сань. Клюнул на кукурузу. А? На кукурузу клюнул, я же тебе говорю. Кукуруз нет, кукуруз был первый крючок. Ну а на что она сейчас сидит? Она слетела. Я тебе говорю, на кукурузу, на первый крючок. Одень крючок, одень кукурузу. Смотрю, вот это вот линия идет, это не рыба идет? Нет. А что это? Леска. Так, ну, рыбка. Какая хорошая. Ага, классная. Все, да, теперь две. Да, они прям одна в одну, глянь. Ну что, ждем дальше. Клево. Есть, да. Давай ближе, ближе сюда. А давай, чтобы ему было. Вау, классно. Саш, ну ты меня прям удивляешь. Я сам офигеваю. Форель, да, ух ты. Классная какая. Кукуруза. Она все съела. Но она съела на красную. Она, наверное, все заглотила. Красная вон у тебя вылетела. Да. Она, короче, оба кружка. Деда, пассатижи, блин. Молодец. И так нежно, да, она, смотри, дергала. У тебя есть что-то, Жек? Да, вот это вот рыболовы. Кайфовые, да? Опс. Поймалась на вот такую вот штучку красивую. Опа. Хорошенькая такая рыбка. Кайф. Ну все. Сейчас еще. Делаем. Вот такой вот наш ловчик. Форелька и, как вот это называется, кокань. Другая? Кокань. А по-русски? Кто это? Серебристая форель. А, тоже какая-то разновидность форельки. Вот та прям с пятнышками такими. Ну-ка, я ее трону. А ну-ка, подруга. Ага, с пятнышками. Это просто такая серебристая. Хорошенькие такие, да? Наверное, сколько они, наверное, по грамм 200-300? Да, 300.
Так, ну все. День рыбалки закончен. Время у нас уже 2 часа дня. Да, итог всего лишь навсего 3 рыбинки. Это какая прекрасная погода, какой чудесный день. Просто супер. На улице примерно, может, плюс 17-18. Все, сейчас там лодочку привязываем и вперед домой. Около 3 часов пути дорога.